Нифига он наливает. Смотри, рюмки какие дры. Ельцин. Чуть-чуть ее, мне надо чуть открыть, чтобы это. А че ты? Уже выглядит очень вкусно. Да, это вот съедобное, ребят, это мясо. Это мы убираем. Не, ну что, в принципе, дегустация была. Мы еще будем есть картошку. Это все мы будем есть. Вот это мы. Вот это. Найна, бадасис. Я скажу так, если есть, как я в первый раз ее ел, это была полная жопа. Если вот так, можно как-нибудь выдержать. Но теперь еще одна была проблема. Мы ее открыли не в воде. Вот это была проблема. Ну, я и не хотел ее в воде открывать, чтобы пацаны почувствовали, что такое. Ну, мы это сделали, так что, ребят. Так что, как-то так. А сейчас, ребят, мы просто будем готовить шашлык. Вот это у нас лучше получается. Ребят, я намариновал. О, лучка сколько. Я все на глаз дрюндел, все на глаз. Как тебе мои эти куски? Офигеть, мне это лучше нравится, чем вот эти маленькие. Когда ты их делаешь, они высыхают потом быстро. Знаешь, когда ты их делаешь? Нет, наоборот, когда большие, пока не прожарятся. Дрынь, она в уксусе была. Не, она в уксусе уже почти же сделана, и долго не надо. Поэтому и маленькие, твой батя делает же так, маленькие, да. Цак-цак, и все. Вот готовы. Посмотри, я завтра заливаю видео, как я делал шашлык. Не, нормально, сейчас они обжарятся, будут маленькие. Да не, будет вкус. Итальянец, ты за рулем, ну налей нам еще по одной. О. Какая вкусняха, а? Да это просто не шашлык, это шедевр. Штеф, я сюда зиду филикера вас. А, ребят, кстати, подождите. Это было не все жить, я жить не это, как его. К этому еще я купил жить. Ладно, сок, кто хочет пить, это Игаль. Огурцы. И я еще купил, ребятушки, шпроты. Шпроты купил. Так что как-то так. Вот это надо выкинуть все сейчас со стола. Ребят, короче, меня обхаяли, что я неправильно шашлык замариновал. Сейчас мы польем сверху и все. Я не знаю. Истох, einfach diese, вот этот лук кушайте. Короче, ребят, я не досолил, не доперчил. Так что, кто будет повторять за мной, больше соли, больше перца. Ну, ничего страшного. Я, если честно сказать, не люблю соль. В принципе, мне кажется, нормально, а им плохо, да. Ну, бывает такое. Друзья, соли вон там прям. Eigentlich esse ich, hier eine Flasche Essig stehen hat, wenn es zu wenig ist für den einen, dann gibt er sich. Einfach über, ja. Давай, налей нам еще по одной. Короче, ребят, на самом деле, это, как его, я не досолил. Кто смотрел за рецептом, как я его делал, солите больше кому как. Мне, честно сказать, ну мне нормально. Уксуса чуть-чуть побольше, да, уксуса ничего не говорю. Ну, друзья, знаешь, чего я боялся? Я его, знаешь, как, сколько он стоял? Больше 24 часа. Нет, штуки бывают, да, что здесь он там. Знаешь, в чем проблема? Ты его когда слоями положил, ты потом его помешал утром? Нет. Надо было мешать? А, вот это я не знал. Потому что снизу все было, да? Ну, она снизу осаживается, и где-то там просто она лежит слоями. А когда помешаешь, со всех сторон, ой, уксус и... Я просто думал, когда я посолил лук, например, он забирает, ну, я его выжимал до этого даже на все мясо. Он больше 24 часа стоял. Да, ну, когда он стоит, у тебя соль просто здесь стоит. Здесь у тебя соли нету, здесь соли нет. Да ком, мне кажется, весь прохерачивается за столько часов. Ну, все, в следующий раз мы узнать, надо мешать. Знаешь, что, может, даже надо вечером встаешь, друзья? Вот сейчас помешался, и уксус появился. Да?
А, видите, ребят, ну я дурак, ну, значит. Ну что, первый раз. Так, ребят, конечно, еще вот огуречки, огурцы, и еще я, а, вот, шпроты, кому охота. Эй, вот это вкус... Ольда фото? Кацу фото? Он не, а это кума вас все штейт. Пастейте. Шпротен пасте. Ас пасте. Ребят, конечно, я хотел купить шпроты, но опять я лоханулся. Вместо шпрота у нас паста. Давай. Тебе во сколько на работу завтра? Во сколько? Сибен? О, ни хрена, ты еще выспаться можешь. Александр, а, все, итальяно больше не пьет, он за рулем. Офигеть. Офигеть. Не, ну мне нравится. Держи. Я специально купил тебе огурцы. Малосольные. Да не буду я нюхать. Вот давай поспорим, что ты полностью рыбу не съешь одну. Поспорим, что я не съем. На сотку. Что поспорим, ты. Что не, ну я. Если ты съешь, я тебе сотку дам. Да пошел ты, блин. А чё? За... Чё ты сделал? Вон, аваса. Образцы вторгнись. На, я. Да, надо насать. Вот если ты вот чуть-чуть обжегся, тебе надо на руку насать просто и все. Сам я или вы мне? Давай я тебе насыл. Я сейчас как хочу, ты не поверишь. Ребята, давай. Да не, все нормально. Мы извиняемся перед соседями, если они будут смотреть это видео. Мы извиняемся. Вот мы его привязали, все. Я почему? Я сын везде. Вкусно, да? Это малосольные огурцы. Давай, друг. Ребят, короче, камера другая села. Я это включил и... Ну, можно сказать уже... Что, невкусно? Водка. Водка. Водка у нас русский стандарт. Ребят, сейчас, короче, ждем Настю. Сейчас приедет, тоже перекусит. Ну, и тогда будем разбегаться. Но самое главное, что мы это сделали. Мы это сделали. Деликатес Ос-Япан. А, из Кенди, глоби. Вон, видишь, красный домик, там туалет. Они мне предлагают, короче, есть такая тема, яйца с Японии. Это с Япану, да, это с вас, Андрес? Япан. С Японии, яйцам 1000 лет. Это яйца вот эти, ну такие, хрен его знает, говорит, давай тоже попробуем. Не, або вен ты везу вас фошлик, дам сюзам. Я говорю, если ты он мне это предлагает, тогда вместе надо пробовать, а не так просто предложил там и все. Давай, друг, выпьем еще раз за, это, как его, за моих подписчиков, которые меня поддерживают. Вот. Мы сейчас выпьем. На, дрыть. А рюмки от... Смотрите, рюмки, кто может? Кто? Напишите в комментариях, что за рюмки. Кто знает этого человека? На, держи. Давай, Спайк, за тебя. Давайте, ребят, за вас. Спасибо вам за... Это как его? Да вот, видите, Андрей говорит, держитесь все. Так, давайте. Не хворайте. Ну что, давай. Поехали. Эй, Марин, пусть что? Ребят. Звони.
Ja, aber Polen ernsthaft als Fachgeboden mit. Die Sonne geschieden, ne? Gut, Jaschka. Gut. Вот это вкусняшка была. Я не могу насладиться этим. Как это едят вообще? Не могу насладиться. Ребята, я пошутил. Смотрите, сколько сала тут было. Что я говорил, когда я... На, спать. Не сюда, из-за гори. Собака не ест мой шашлык. На! И всем спасибо, всем хорошего дня, вечера, утра, как это. И если хотите, чтобы я опять с этими снимался или что-то с ними вместе делал, пишите в комментарии, пишите хорошие комментарии, ставьте лайки, не забывайте. И колокольчик, ребят, вот этот колокольчик не забывайте ставить. Ну, потому что вам будет приходить оповещение, что новое видео на канале.